Я надеюсь, что в этой маленькой миниатюре весь мир может узнать о том, что существует царский курган, и мы бы хотели, чтобы письма не только остались в музее, но и разошлись, и мы предложим, может быть, разослать вашим коллегам во всем мире, чтобы действительно это осталось на память. Мы вас еще раз поздравляем. Спасибо. Спасибо за приглашение. Да, мы с удовольствием сегодня хотим с вами встретиться. Благодарю вас. Благодарю вас. От всей души. К сегодняшнему торжеству мы приготовили еще один сюрприз. Это открытка с таким же изображением, как и на нашей собственной марке. И об этом изображении вам расскажет заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым Санжарвец Владимир Филиппович. Добрый день, мне приятно рассказать о царском кургане. Я там с удовольствием работаю в летний сезон. И поверьте мне, люди восхищаются нашим памятником, в особенности, если его преподнести должным образом. Поэтому слава царскому кургану, слава тем, кто его создавал 2400 лет тому назад. Это были замечательные мастера, и мы до сих пор удивляемся тому, как это было сделано настолько прочно и основательно. Но сейчас мое слово о том, кто впервые, подчеркиваю, впервые зарисовал, практически впервые, я других не знаю, авторов, кроме Бассоли. Карло Бассоли родился в Швейцарии, в одном из в итальянском кантоне, поскольку сам он по происхождению итальянец, родился в городе Лугано и прожил там первые 5 лет. И так случилось, что иначе бы мы не знали о нем ничего. Он оказался в Одессе вместе с семьей своей в 1841 году, побывал в Керчи, причем он прибыл сюда морем, имел возможность лицезреть Керчь с моря. И потом он осмотрел этот город, нашел прекрасные виды, вы можете любоваться ими и сейчас. Он увидел Керчь как бы с птичьего полета. Немножечко он прифантазировал, поверьте мне, но, в общем-то, перед вами прелестный город на берегу бухты Керченской. Бухты, которая его, надеюсь, восхитила, как и нас каждый раз восхищает, когда мы поднимаемся на вершину горы Митрида. Я не мог не поприсутствовать на таком замечательном праздники, потому что я керчанин, потому что я обожествляю нашу Керчь, считаю, как я в своем выступлении говорил, это один из самых прекраснейших городов Крыма и, наверное, Украины. И пропаганда вот таких вот событий, которые вот сегодня праздновали в честь царского кургана, это уникальные сооружения, и люди не только в Крыму, в Украине, наверное, во всем мире должны знать, что у нас такие уникальные ценности есть. Поэтому я с большим удовольствием принимаю участие в вот этом мероприятии.